Приветствую тебя, дорогой зритель, и в этом коротком видео я вам вкратце расскажу, как я заменил материнскую плату и спалил ее. Вот. Возможно, это видео в будущем обезопасит вас при проверке. Вот. Ну, давайте смотрим. Пока видео в процессе производства, по данной тематике сейчас вкратце расскажу. В общем, принесли MacBook Pro 13 на замену материнской платы, так как клиент торопился и нужно было быстро заменить. Вот, что я и сделал. Заменил материнскую плату, но с нее дым пошел. Изображение есть только на внешнем дисплее, а внутреннем нет. После замены также изображение не появилось. Вот, пришлось залезть в сам дисплей, посмотреть, что же может быть дело. И уже здесь я увидел, посмотрите, в каком состоянии шлейф дисплея. Ну и сам, конечно, разъем. Видимо, залили жидкостью, она протекла в эту часть. И под напряжением вступила в химическую реакцию. И получается, у нас пошло гниение. Отгнили несколько дорожек. И также на шлейфе с обратной стороны, вот, получается, вот с правой стороны, видите, все черное тоже отгнило. Вот теперь надо будет восстанавливать данный разъем, заменить этот шлейф и также восстановить подсветку дисплея на MacBook Pro. Вот. Ну, на этом все. Более подробно я сниму ролик, начиная с этого момента. Барсик, зайка будет? Барсик, давай, покажи зайку. Ну-ка, давай. Ну, покажи зайку, будешь, получишь вкусняшку. Зайка будет, будет вкусняшка. Зайки не будет, не будет вкусняшки. Ну, Барсик. Где зайка? Зайка где? А, Барсик, где зайка? Эй!